Бус, глянь там их сколько. Ты видишь? Быстрее, быстрее, вот беги вперед. Там целое семейство. Давай, давай, давай. Глянь, какие вкусные. Видишь, сколько их? Вместо вот этой видеовставки должна быть дорога, но грибники, они на самом деле еще более бахнутые люди, чем рыбаки. Мне строго-настрого запретили снимать вообще наш весь путь, показывать какие-либо достопримечательности, чтобы ни одна живая душа потом не узнала, где мы были за грибами. Так, всем привет! Сегодня, как ни странно, видео не рыболовное, но тем не менее связанное с природой, с увлечениями, да. А именно сегодня мы едем на тихую охоту, так называемую. Подожди, не гони, у меня этот гироскоп на камере заваливается. У тебя руки трусятся от другого, а не от того, что я гоню. Нет, нет, нет. В общем, сегодня поездка за грибами. Для Глебуса это вообще знаменательная поездка, в плане того, что он никогда за грибами не ездил. Это его вообще реально первый раз. И я сам не грибник, ну, конечно, собирал их иногда, так редко, скажем так. Но вот этот вот человек, Виктор, в принципе, он на канале у меня уже появлялся. Он не только хорошо готовит, но он еще очень разбирается в грибах. Он всю жизнь на грибах сидит, как бы, и поэтому... Да, сижу именно. Не, реально, то есть, мы, если мы бы с Глебусом просто за грибами пошли, мы бы набрали там черти знает чего, а Виктор нас будет сегодня ограничивать и рассказывать, какие грибы не нужны, а какие, соответственно... В общем, наша жизнь сегодня в его руках. Ну, что-то не есть не будем. Ну, не знаю, посмотрим. В общем, давайте сначала хотя бы попробуем их найти. Потому что тут еще тоже грибы такие коварные штуки, они и прячутся, и... Ну, а срезать мы можем. А, ты, Глебус взял с собой мачете. Если грибов будет очень много, он будет их прямо вот так вот косить. Ладно, надо поехали. Было косу брать. Ну, охота началась. Ау. Да уж. Называется «Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет». Смотри, вот это вот кайма. Вот, видишь, решетка. Вот юбка. Это опенок. Ну-ка еще раз покажи, пожалуйста. Решетка, юбка. А решетка какая? Ну вот, имеется в виду, пластинки. Угу. Пластинки. Вот это вот опята покажи. Юбочка. Дети, я его не вижу тут. Проверил, просмотрел, где-то, идешь дальше. Так, а что ты нашел, Виктор? Это вешенка. Вешенка? Да. Ну, ты понял, вот это вешенка, это типа ты нашел, оп. Давай-ка, найди первый улов. Ну, а вот это вот что? Вот это. Похоже на вешенку, но... Вот эти вот, это не вешенки? Похож. Похож. Ну, по-моему, не оно. Ты точно на грибах соображаешь? Я, да. Ты ему веришь ли? Вешенки, да. Виктор, Глеб тут что-то нашел. Ну, по-моему, это не это. Смотри, Виктор, юбка не есть. Не надо снимать. Вот. Вот тут семью снимай. Это опенок. Не отрывай так никогда. Вот это так делать нельзя. Ну, вот так отрезаешь всегда. И не вырываешь из земли, иначе потом что-то... А он уже был вырван. Ну, ты грибницу типа портишь. Это семья. Семья? Да. Ну, ты сейчас убийство семьи, понимаете, дорогие граждане. Опятки. Целую семью убивает грибник на наших глазах. Это я вам не поймал, отпусти. Здесь все жестоко. Смотри вокруг, греби листву. Что ты стоишь? Я за тебя искать не буду. Ты тоже костян лучше. Искать начинаю. Так. Тоже нашел. А? Тоже нашел. Нашел. Но они, правда, почему-то уже вырванные. А? Они вырванные уже почему-то. Они вырванные. Нормально? Вот дерево просматривай, прогребай. С одной, с другой стороны. Не обязательно под корнями. Могут быть костян. И вот где ты сидишь, тоже могут быть. Ну, это понятно.
Ну что, Глебус, тебе нравится? Да. Интересно? Прикольно. Там поганки, да, по-моему? Да. Вот с той стороны, вот там, посмотри. Хитрые грибы прячутся. Ты ведро вот бросишь, потом найдешь. Что-то. Да, да, я там же штатив стоит. Опа! Вот это да, вот это классный гриб. И кто? Глянь, какой огромный. Это опенок, слушай. Чешуёчек. Это зонтик. Это зонтик называется. Их едят, но я их не беру. Я тут искал грибы и нашел вот такую красивую гусеницу. Интересно, но у нас ядовитых вроде не водится в нашей полосе. Поиск вовсю идет, а он там Глебус старается. Глебус, привет. Привет. Получается? Да, пару опят нашел. Угу. У меня пока ничего не получается, хотя несмотря на то, что тут, я не знаю, вот сейчас огромный такой прям завал из веток, из всего, почему-то грибов тут нет. Мне всегда казалось, что именно в таких местах они тут просто будут сосредоточение. Но пока нет. Не стоит брать. Какую не стоит брать? Вот. Это, я так понимаю, поганки, да? Да. Хотя похоже на эти. Видел. А вот это же опенок? Да. Да. Вот еще опенок. Да, ты уже прилично поднакосил. Где ты их берешь? Ну это, видишь, они поеденные. Сильно. Хочешь, возьми. Так, вот тут, мне кажется, точно должно быть. Прям такое живописное место. Нифига нет. Ага. Первое. Даже не знаю. Блин, не похоже это на маслята. Не, ну, я буду брать фигню какую-то. Ну что, Глеб, получается? Не получается? Сколько грибов? Да у меня ни одного. Ну-ка, покажи, что ты тут набрал. О, да ты глянь, неплохо и набрал уже. Да, а я что-то не могу найти. Пойдем догонять нашего мега-грибника. А где он? Он спрятался, он теперь сам как гриб. Нет. Да я так понимаю, тут Виктор прошел, тут уже ничего нету. Выжженная земля, вон он сидит. Ну что, получается? Нет. Ага, это грибниковский прием. Получается, нет? Раз гриб положил в кузовок, да? Да. Ля, где он их там находит? Я тебе говорю, он вот прямо тут. Да. Ля, не там их прям целое семейство нашел. Ля, давай с другой стороны подкашивай, Не торчи, ёб твою мать. Вот так вот встал, что ты это, там с той стороны проверяй, кто ж так топчет. Видишь, пошел топтать, топтун, медведь. Кто ж так делает? Ты не забывай еще проверять грибы, Глеб, настоящие это или нет, а то насобираешь. Вроде бы настоящие это. Вроде бы. Грибник как сапер, ошибается только один раз. Да. Так, а это что? Это зимний опенок. Зимний? Он чем отличается? У него аж ножки более плотные, шляпка темнее. Ага. Ну вон там еще они, это я один. Ты продвинулся где-то в поисках? Да что-то нету. Наконец-то я нашел. Вот они, Глебус. Можешь связать аккуратненько. Только проверяй, это настоящий? Ножку можешь побольше резать. Не, ножку не обязательно побольше. Я тебе советую ножку сильно большую не резать, потому что нить потом проще. Понял? Mm-hmm. Вот, это аж они, да? Переверни шляпу. Ты на цвет не смотри. Пластинка, юбка. Видишь юбку? Ну, здесь юбка не выраженная, конечно. Но она все равно есть, а кольцо. Ну да, да. Держи, Глебус. Собирай себе в этот, я буду тебе собирать тоже. Мне кажется, грибы на длинных ножках. По-моему, это те, что любят в Питере. Может, в Питер их отослать на экспертизу?
Нифига себе. Они какие красивые, да? Слушай, а мухоморы где можно найти? Я хочу мухомор. Можно найти мухомор. Ну я в смысле того, чтобы просто посмотреть на него. Ну-ка, покажи лицо счастливого человека. Мне бы тоже повезло. Что ты нашел? Семейство. Семейство, ну-ка. А, да. И один поеденный в семейство. Ты счастлив, Глеб? Да. Ну-ка, покажи. Тащи корзину. Глаза счастливого человека. Глебус, глянь там их сколько. Ты видишь? Быстрее, быстрее, вот беги вперед. Там целое семейство. Давай, давай, давай. Глянь, какие вкусные. Видишь, сколько их? Это получается зимние, да? Стоп, это вообще что за грибы? А, это на длинных ножках, наверное, да? Надо спросить Виктора. Ну давай их, я думаю, вкусные. Давай съедим. Глебус, это поганки. Очень опасно. Поздравляю, я их уже заеду. Я над тобой подшутил немножко. Надеюсь, ты не в обиде. Сади сюда, Глебус. Вот, смотри. Глянь, какую я нашел здесь семью. Аккуратно, аккуратно срезай. Не спеши. А вот и мне удача улыбнулась. Нашел целое семейство. Ой, Глебус идет, сейчас срежет мое семейство. Это ж зимние, да? Ну, ты срежь. Это их палочки. Зимние. Да. Блин, потерял ножик вот этот вот. Просто из рук выскользнул и все. И нету. Все, облазил, блин. Ну хорошо, что он как-то потом ногой копнул. Фу, о, блин. Прямо вот, я не знаю, вот реально просто он как-то раз и все. И я потом пошел, и я помню, что вот где-то он здесь был. А вообще вот тут мы с Глебусом прям нашли целое это, и вот сейчас, пока я нож искал, Глебус тут подкашивал, да? Угу. И там вот в завалинках что-то много здесь. Ха-ха-ха, вот и мой пуловчик. Это протоптал. Да это я протоптал. Ты подрезал уже. Ну я подрезал, да. Да дай засни. А он видишь, тоже. Это я их срезал. Хороший улов. Клюнула зубастая. Ну что, ты порежешь? Честно я. Ну давай, коси. Косой. Коси коса, комси комса. Ну как тебе твой истребитель великанов? Подходит для грибной? Да. Ну-ка. Стоп, вот это вот я не знаю. Ну. А, ну это опенок. Опенок. Пошу, Глеб, вот с этого две а тебе что выйдет. Больше нравится, есть грибы или собирать? Есть. Есть? Ты очень предсказуемый. Прям как отец. Я не надо наговаривать. Ой. Не ломай. Хорошо. Ой, хорошо. О, Глеб, глянь тут сколько их оказывается. Не ломай. Копать надо, ребята, копать. Ну, копай, как находит. Я же говорю, встаешь, ни хрена не видишь. Ой, толку нет. И сам стоит, разгребает ногой. Молодец. Не, ну и ногой можно, все. Ну, Глебус заскучал. В принципе, неудивительно. Так, а это вроде хорошее дерево. Ты сухищи, хорошие не люби. Ну, вот это можно. Да, это можно. Они сухие, они ломаются без этого. Фьютер. Наискосок, Глеб. Наискосок надо. Вот так. Глянь, косик, ты посмотри, там уже полное ведро. Давай, 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 это ничего не достанется. Глянь, режет, да? Нифига себе. И ни звука не издает, это вообще кошмар. Страшнее рыбака только грибник. Ага. Блин, а? Вот это класс. Блин. Да. Еще раз коварный смех грибника.
Захотелось тоже найти вешенки, и где-то уже полчаса я лажу, ну так, не знаю, вот нашел какие-то грибы. Я даже не знаю, вешенка это или нет. Или это вообще поганка. Ну я их сейчас возьму, а потом покажу Виктору. Пусть он сам решает, что это за фигня такая. Не знаю. По запаху гриб. Хлеб, глянь, я нашел. Глянь, какое вещь. Так, аккуратненько прямо их нагинай и по одному срезай. О, семью нашел. Угу. Давай, давай, Глебус. Глебус, глянь. Глянь, я срезал сколько. Давай, давай корзинку, давай корзинку. Вот так вот вся охота, в общем-то, и происходит. То есть на карачках, в позе мусульманина, собирающего финики, мы собираем грибы. Леб, давай, давай, не теряйся. Я говорю, мне копнуть надо. Тут сразу набегают вот эти вот дилетанты. Собака лаяла на дядю фраера. Кажется, опять нарвались на какую-то небольшую полянку, и прямо вот в этом месте сосредоточено куча-куча грибов. Виктор, смотри, что я нашел. Хрень ты нашел, я такой не беру. А что ты, хоть посмотри, это ж вешенка. На вешенку это не похоже. Это не вешенка? Это вешенка здорового человека. Да, это больного. Вешенка курильщик. Вообще-то я похожу хоть вот так вот, помахаю, как будто я в этот, в джунгли. А? Дядя Витя, тебе сколько лет? Да какая тебе разница? Дай мне мачету. Сейчас вот пойду, порубаю. С таким мачете ты можешь выжить. Мачете я могу. Даже зомби апокалипсис. Я могу и грибы у кого-нибудь отжать. В принципе, да. Грибники выходят. Раз и все. Вышел с таким мачете. Давай, грибы. Есть. А вот результат нашей сегодняшней рыбалки. Да. Да. Корзина Виктора и маленькая корзинка наша. Но мы ему тоже это все отдадим, чтобы он, так сказать, сделал из этого вкуснятину. И потом поделился с нами, да, Виктор? Нет.